хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались и не парились, в народе говорят, по поводу «ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать». Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии. Это суперчистый источник энергии. Он нужен везде и во всем, начиная от жилья до промышленности, до самой атомной станции. Так вот, какие у нас перспективы, какие направления? Ну и, конечно, мы должны думать по увеличению потребления электрической энергии. Если на то пошло, надо будет, построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи. Ах, станция, безопасность и прочее. А сами запланировали строительство станции. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас она уже задумалась о строительстве. А может быть, вернуться к Игналинской АЭС. И Польша планирует строить. Ну, все остальные или строят, или уже построили. Поэтому атомная энергия – это будущее. И слава Богу, что мы в свое время взялись за эту проблему, угадали, что надо этим заниматься. Это перспектива, это высочайшие технологии.